Увидеть полную картину событий на этих видео мешает забор. В Якутске стая бродячих собак насмерть загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета Сардану Слепцову. Трагедия случилась в декабре 2021 года. Случай далеко не единственный. В Ульяновске на проспекте Ливанова стая дворняк накинулась на инвалида. При этом программа ОСВВ уже вступила в силу по федеральному закону об ответственном обращении с животными. Именно она должна была стать спасением для людей, а в итоге стало их печальным концом. Закон пришел без финансовой поддержки в регион. То есть полностью бремя ответственности за исполнение законодательной базы легло на региональный бюджет. Требовалось по его реализации серьезные затраты, изменилась сама система обращения животных, то есть внедрилась система отлов, стерилизации и вакцинации, выпуск в окружающую среду. То есть обработка одной особи выросла в разы. До 2020 года численность безнадзорных животных регулировалась через отстрел. Если говорить в числах, на одну собаку требовалось 1000 рублей. Сейчас процедура ОСВВ обходится в 5000 на одно животное. Объем выполняемых работ снизился в 6 раз. За минувший год вместо плановых 3000 собак по Ульяновску реально процедуру ОСВВ прошли чуть больше 1000, после чего деньги кончились. На следующий год у нас заложено порядка 3 200 000. А потребность у нас расчеты, Нина Ивановна провела расчеты, 13 800 000. Я согласен с Ниной Ивановной в части. На 22-й период. Да. Текущий. Да. И у нас не хватает там порядка 10 миллионов. Улучшить статистику программы ОСВВ возможно с федеральной поддержкой. Однако, чтобы в корне решить проблему безнадзорных животных, одних денег мало. Вчерашние хозяева выкидывают своих питомцев на улицу, не задумываясь об их судьбе. Сейчас предложено внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, настроить механизм об обязательной регистрации домашних животных. Надоела собака – плати штраф. Мы упорядочим вот этот процесс таким образом. Мы делаем обращение. Сенаторский запрос или предложение по инициативе Ульяновской администрации или правительства вот в лице, в вашем лице, и значит, прикладываем весь набор предложений, которые мы считаем целесообразным сейчас применить. Обращение уже на этой неделе будет направлено министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву. Одобрят поправки или нет, покажет время. Однако ситуация не изменится, пока фраза «Мы в ответе за тех, кого приручили» так и останется словами. Александра Никитина и Даниил Сурков. УлПравда ТВ.